художественный фильм «Белый солнце пустыни». 10 лет спустя. Вот, товарищ Сухов, смотрите. Здорово, здорово. Молодцы, товарищи пролетарии Востока. Стройте новую жизнь. Да, да. А где ваш начальник? А, начальник, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Начальник, пожалуйста. Товарищ комиссар, нам гость из самой Москвы. Абдулла? Ах ты, гад! Как это случилось? Спокойно, Сухов. Со мной случилось то, что рано или поздно случается с любым бандитом. Я перешел на сторону советской власти. Теперь это моя власть. Политика, Сухов, это искусство находить компромиссы. Не может быть. А где же ваши девочки, Зухра, Зульфия и далее по списку? Где же им быть? Со мной? Только теперь это не гарем, а бригада коммунистического труда. Они тут работают. И ты разрешил им снять чадру и открыть лица? Я ни за что не поверю. Я же сказал, нужно находить компромиссы. Девочки! Они тут сварщиками работают. Кино. Операция «Санрайз Кроссворд» и другие. Да, майор, было время. Было. Операция «Санрайз Кроссворд». Это я тебе скажу не просто красивое слово. Это два красивых слова. Санрайз, кроссворд. Это красиво. Разрешите идти, товарищ полковник? Еще один вопрос. Как там у нас с выполнением плана по вербовке иностранных граждан? Проблема. Мне уже давно в этом отношении совершенно нечего докладывать начальству. Время сейчас, конечно, другой, товарищ полковник, но и мы кое-что еще можем. Вчера мне удалась блестящая операция по перевербовке. И с сегодняшнего дня на нас уже работает еще трое граждан с определенных государств. Молодец. Молодец, майор. Я надеюсь, они будут работать на нас бескорыстно, по убеждению. Не совсем бескорыстно, но очень, очень недорого. Можно вас попросить? Вот, пожалуйста. Салям алейкум, господа. Сегодня мы будем работать в туалете второго этажа. Операция будет называться «Санузел Кроссворд». По-моему, тоже красиво.